Всем, кто заглянул, привет! Видео будет посвящено новинкам одежды. Пришли мне аж в размере 3 штук штаны из новой коллекции анималиста. Это детская коллекция, также из школьной коллекции кое-что это заказывали у нас. И также платье, коллекция анималистов и берлик в цвете хаки. Итак, давайте начнем с платья. В размере оно 48, и, как я уже говорила, это цвет хаки. Камера абсолютно сейчас неправильно передает оттенок. Он в жизни более зеленый, более такой оливково-болотный, что ли. Здесь он каким-то серым представлен. Интересные рукавчики у него, которые можно загибать. Есть в районе груди кармашки. Также здесь золотые пуговки идут по всему периметру. И вообще это платье как платье-халат, так скажем. Платье-рубашка идет. Очень мне понравилась ткань этого платья. Она довольно-таки плотная, не просвечивает. Имеет ремешочек. Можно тканевый ремешок можно завязывать, тем самым подчеркивая линию талии. Понравилась мне очень ткань по своей текстуре. Она очень приятная к телу и будет неплохо носиться, не должна закатываться. Все шовчики довольно-таки ровные и имеется дополнительная пуговка. Каких-то дефектов в области швов я, в общем-то, не нашла. Иногда встречаются ниточки, но это буквально мелочи, их можно обрезать, они нигде особо не торчат, это по подолу все идет, по внутренней части. Пуговки пришиты тоже аккуратно, опять же таки встречаются иногда ниточки, которые можно обрезать. Сейчас платьице вы можете наблюдать на мне, я как раз подворачиваю рукавчик, как и говорила, что его можно как развернутым носить, так и подвернуть. Так как платье идет 48 размера, это намного больше моего размерчика, поэтому даже будучи в положении, оно на мне сошлось и, в общем-то, свободненько, я даже пояском завязалась. И так очень приятно, я повторюсь, к телу, понравилось оно мне. Если бы я сейчас не была в положении, то я бы себе заказала такое, но в принте леопард. Вот сейчас как раз камера более-менее передает оттенок такой, какой он есть на самом деле. Платьицем, в общем-то, я осталась довольна и могу посоветовать. Теперь давайте посмотрим из линейки школьной коллекции. Это идет блузка в размере 152, также имеется дополнительная пуговка и вот этот лейбл золотой. Пуговки все хорошо пришито, это идет 100% хлопок, жабо красиво выполнено, все аккуратненько. Очень приятная расцветка, здесь не кричащие розовые, полосочка с белым, пуговки двойные на манжетиках. И опять же таки все шовчики очень ровные, в общем-то нитки не торчат. И единственное, опять же таки можно встретить где-то во внутренних швах эти ниточки, которые можно обрезать. Единственный минус, который я нашла в этой блузке, это под воротничком нашивка пришита синими нитками. Могли бы они сделать ее хотя бы белыми пришить, так как синие нитки здесь совсем не к месту и некрасиво это выглядит. Но я думаю, это можно отпороть. Теперь давайте рассмотрим трикотажные брюки. Это новая коллекция анималиста детская. Это брючки Лисюшины, они 122 размера идут. Хорошие кармашки, все опять же таки очень добротно прошито, шовчики ровные. Вообще штанами осталась очень довольна. Идут они с люрексом и они такие тепленькие, именно на осень. Взяла я в размере 122, чтобы ей было на вырост. Они, конечно же, и будут сейчас большие. Внутри имеется как бы такой начесик и очень они тепленькие.
и на весну холодную, и на осень сейчас будет замечательно носиться. Ткань такая, я думаю, что не будет закатываться, очень приятная к телу. Также у меня мама себе приобрела такие штанишки в размере 170 в ростовке, и я их сейчас как раз меряю, они у меня в обтяжку на данный момент идут. Они не просвечивают, они плотные, повторюсь, идут на пояс резинка, которая очень эластичная, и на животик, допустим, даже сейчас мне абсолютно не давит. Хоть и они с люрексом, но они неплохо смотрятся. Единственное, конечно же, при моем росте 1,60 м, они мне длинные. Ну и последняя из прошлой детской коллекции маечку я решила взять. Идет она в каталоге как 299 рублей. Это самые недорогие маечки. Что-то изначально я на нее внимания не обратила, но потом на АП увидела и решила Лисюше взять. Очень красивый здесь идет вышитый якорь. Брала я в размере 116, так как маленькая это идет коллекция большемерка. И все маечки до этого, которые я брала 116, Алисе немножко великоваты. Все шовчики ровно, опять-таки, все хорошо выполнено, прям никаких нареканий нет. Это 100% хлопок, который, безусловно, очень приятен. Сейчас мы с Лисюшкой покажем, как выглядит это на ней. Вот так маечка идет. Немножко она и великовата, но это и хорошо. Нам хватит до весны ее точно поносить. Очень приятный, красивый принт. Все так сверкает, все по-девчачному. Лисенку очень понравилось. Вот так сзади выглядит. Штанишки мне очень нравятся, как на ней смотрятся. Они, конечно же, ей великоваты. Как видите, подвернули мы. Но я буду подворачивать во внутреннюю сторону эти штанишки, чтобы сейчас носить. Поясочек очень хороший, очень комфортный. Животик не передавливает. И так все стильно смотрится. На этом буду с вами прощаться. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.